Будь голосом и приводи потерянных домой. Пастор Шаля. Откроем книгу Иеремии, 31 главу. Я читал это сегодня в обеденное время. И я хочу очень простым способом и коротко поделиться тем, что я почувствовал, и то, что я хочу видеть. И я хочу видеть, как молодые люди приходят в церковь на улице. Я хочу видеть это в Америке, Federal Hill. Я хочу видеть это здесь. Я хочу видеть маленькие церкви везде, в Нью-Йорке, Сан-Франциско, в Денвере, Колорадо, Хьюстоне, Техасе. Суть не в Greater Grace. Да, это Greater Grace. У нас есть маленькая часть в этом. Я хочу видеть церкви разных видов повсюду. Я хочу видеть свободу и увлечение, когда люди приходят, и они глубоко взволнованы в их сердце об Иисусе Христе. Этот отрывок о том, как евреи возвращаются обратно в Иерусалим. И Иеремия пророчествует об этом. 31, verse 9. I'm reading from the... Это книга Иеремии, 31 глава, 9 стих. Я буду читать расширенный перевод. Стих 8. Вот, я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Евреи находились в плену 70 лет, затем они возвратились. Бог говорит, я приведу их обратно. Что происходило в 70-е годы с движением Иисус? Журнал «Жизнь». На обложке журнала написано «Движение Иисус». Хиппи приходит к Иисусу. Один брат нес крест по всему миру. Как его имя? Арта Благословенный. Он проходил по бульвару Сансет в Голливуде, в Калифорнии. Он спасся. Был крест. Это было в полночь. Бог сказал ему, спусти крест со стены и пронеси его по бульвару Сансет. В это время были такие движения, как «Ангелы ада», «Хиппи», «Свободная любовь» и тому подобное в нашей культуре. «Сексуальная революция» и все остальное. Арта Благословенный сделал это. Я думаю, это происходило в полночь. Он был на улице в 2-3 ночи утра. Он просто вынес крест на улицу. На улице были парни на мотоциклах со своими девушками и с наркотиками. Бог поговорил с ним и сказал, делись Евангелием и служи. Он делал это некоторое время. Затем он заболел аневризмой мозга. Его положили в больницу. Кровяное давление поражало его мозг. У него было определенное повреждение, что он не мог двигаться. Они сказали ему, медики сказали, вы поражены, вы не можете двигаться. У вас болезнь аневризма мозга. В своей истории он сказал, что Бог поговорил с ним и сказал ему, возьми крест, неси по улице, пройди по всей Америке, неся крест. Он начал ходить и делает это по сей день. Очевидно, что Бог исцелил его аневризму мозга. Я не знаю, он не умер. Он продолжил жить. Рэйчел говорит, что он систематически обследуется. Эта болезнь не ушла, но он просто продолжает жить. Он пронес крест по всему миру. На плече и маленьком колесе, прикрепленном к кресту. Вы знаете историю, возможно. Он несет этот крест.
По моему мнению, это удивительная история. Но я хочу сказать, что молодые люди могут обратиться к Христу и найти Его. Они могут прийти. Эти стихи говорят следующее, стих 9. Они пошли со слезами. Не раскаянность, радость. Они идут со слезами, изливая молитвы в отношении будущего. Я приведу их обратно. Поведу их близ потоков, вот дорогу ровную, на которую не споткнутся, ибо я отец Израилю и Ефрем, первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся благословения Господа. Когда это произошло в нашем служении 50 лет назад, что бы это ни было, Дэвид Беннет был в Калифорнии, Бог сказал ему приехать в Мэйн. Он и Сэнди проехали через всю страну в Мэйн. Это старые имена. Я тоже был там. Я тоже приехал туда. Скотт Робинсон из Оклахомы. Дэвид Ник Адамс из Нью-Йорка. Мы из многих разных штатов и разных мест в Америке. Мы не знаем, как мы попали сюда, но мы были с пастором, который горел по Богу и также был смирен. Был простым, ясным, помазанным. После проповеди он не уходил из церкви, он оставался с нами. Он обучал нас молитве утром, он обучал нас посещению людей, он обучал нас вере и как делиться нашей верой с людьми. Он обучал нас о том, как быть добрыми и смиренными, счастливыми, радостными и как руководствоваться видением. Говоря нам принципиально, мы можем поехать во Вьетнам, если мы будем нести Евангелие. Мы можем пойти по вере. Вот что я думаю. Это заключительная часть моей проповеди. Вот что я думаю. Блудные дети возвращаются домой. Люди без никакого знания о Боге приходят домой. Приходят сюда. Приходят к Богу. Это то, что я желаю, потому что мы пережили это и знаем эту свободу и эту любовь. Этим утром мы говорили из песни Песней 2 главы. «Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Я не знаю, через какие вызовы вы проходите как человек, но я знаю, что у нас у всех есть эти вызовы. Но если мы уйдем от них, обратимся к Господу, будем искать Его, то найдем Его. Если мы будем слушать Его, следовать за Ним всем нашим сердцем, как говорит Иеремия, всем нашим сердцем, то мы придем, радуясь радостью вечной. Это то, что я желаю. Мы можем сказать, мы живем в Америке, на улице творятся безумные вещи. Поверьте мне, это не безумнее того факта, что Бог отдал Своего Сына. Это не безумнее того факта, что Божья благодать больше, чем грех, что благодать намного больше человека, что благодать Божья способна встретить человека в любом месте, в любой мусорной свалке,
в любой дыре, в любом состоянии, в любом состоянии ума, в любом состоянии. Он идет до неопределенных пределов, потому что наш Бог – спасающий Бог, живой Бог. Он может сделать это. Отец, ты знаешь про нашу страну. Боже, ты знаешь, что мы слышим голоса Ваала, мы слышим крик Голиафа, мы слышим безобразные богохульства неверующих, дерзкие, атеистические, коммунистические, старые истории. Притча 26:16. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Принцип удивительный. Вы можете объяснять определенному человеку, что коммунизм – это провал социальной, финансовой, политической, международной точек зрения. Коммунизм – это бедствие, коммунизм – от дьявола. В коммунизме и атеизме нет никаких ответов. У вас может быть семь причин. Человек может быть убежден в своей собственной самонадеянности. Это то, что он желает. Это то, что он желает. Когда вы начинаете задыхаться от своей собственной глупости, когда вы чувствуете удушение и потопление своей собственной самонадеянностью и пустотой, вам необходимо слушать голос. Иди домой. Возвратись обратно. Приди ко мне. Я освящу тебя. Освобожу тебя. Спасу тебя. Прощу тебя. Я наполню тебя. Утешу тебя. Я пойду на конфронтацию с тобой. Я размышлял, что сказал Иисус. Я пошлю утешителя. Господи, сейчас нам не нужен утешитель. Сейчас нам нужен конфронтер. Нам нужен конфронтер. Иисус говорит, я конфронтер. Я противостою лжи. Я противостою невежеству. Я противостою гордости. Я противостою греху. Я говорю вам все, как есть. Затем приходит бальзам Галаад. Затем приходит Арта Благословенный. Он проходит по всей стране. 30 лет спустя его аневризм мозга еще не дошел до состояния вспышки. Этот человек проповедует Евангелие везде в мире. Я думаю, сейчас ему почти 80 лет. Я не знаю. Это то, чем я хотел поделиться с вами. Я надеюсь, что это будет иметь определенное значение для вас. Я очень сильно убежден, что это может произойти. Отец, мы просим Тебя, помолитесь со мной. Отец, мы просим Тебя, взрасти этих молодых парней и дам. Мы просим Тебя, чтобы мы открыли наши уста и говорили о том, кем Ты являешься. Мы просим за бракосочетания, чтобы они происходили с небес, чтобы они назидали, ободряли, дополняли в Твоем плане. Но некоторые пары не должны вступать в брак. Это Твое дело, Боже, это не наше дело. Здесь нет никакого послания, за исключением того, что Ты Бог, который совершает все совершенным и великолепным образом. Мы просим о маленьких церквах, библейских занятиях, группах. Мы просим, чтобы люди вышли из своих домов на улицы с радостью, потому что они были прощены за свои грехи. Мы просим за молитвенные собрания, которые молились бы за Вьетнам, за Ливан, за Бейрут. Это еще одно место. Мы молимся за молитвенные собрания для Марокко, Африки и части Латинской Америки, за библейские школы с маленькими надписями в ванных комнатах, с молитвами за Ливан, за Бейрут, Ливан. Молитесь за город Хо Чи Мен во Вьетнаме. Мы молимся за общежитие с библейскими стихами, с картами, где мы хотим увидеть духовную битву,
Мы молимся за эту страну, за Дана Барнса, за его видео в Гринфилде. Если бы каждый пастор в этой стране был бы занят служением и назиданием, как они делают это, даже больше, передавали бы эту эстафету, нам необходима твоя помощь и твое руководство, Отец. Привози потоки машин на эту стоянку церкви. Мы молимся, чтобы люди заходили на тротуарную дорожку определенного дома в Хэмилтоне, в округе Харвард и в округе Кэрролл, чтобы они подходили с Библией в их руке и говорили бы в своем сердце: «Я так рад, что я христианин. Я так рад быть исполненным Духом Святым. Мы встречаемся под вон тем деревом на молитвенное собрание. Мы встречаемся на улице. Мы раздаем материалы, мы ищем, мы сеем семена, мы ищем потерянных людей. Если Твоим Духом Ты говоришь нам взять крест с маленьким колесом на конце и нести его по улице или в загородные клубы, сидя в киоске, раздавая кофе, Ты говоришь нашему сердцу о потерянных душах, которые сидят за барным столиком. Идите в бар и закажите кока-колу. И говорите истину потерянному человеку. Мы хотим урожая Божия. Нам нужны души во имя Иисуса, потому что ад реален. Ад реален. Небеса реальны. Иисус реален. Иисус реален. Благодарим Тебя, Господи, за это собрание сегодня. Пожалуйста, веди нас и руководи нами, Господи, своим Духом Святым во имя Твое. Мы молимся за нашего президента, за нашу страну, за наше правительство, за нечестие в нашей стране, в различных уголках, во многих местах, в различных институтах и так далее. Но нас это не заботит. Мы просим о молитвах, которые бы передвигали горы. Мы молимся за молитвенные собрания в Вашингтоне, в Конгрессе, в Сенате, в Белом доме. Мы благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам через Библию. Мы живем в последние времена. Это критическое время. Мы заняты Твоим делом, Господи. Сделай это снова, как Ты делал прежде. Сделай это снова. Сделай это снова. Во имя Иисуса мы молимся. Если кто из вас не является верующим, придите к Иисусу сегодня, пожалуйста. Пройдите вперед, мы пожмем вашу руку. Скажите «Да» Христу. Скажите «Да» Христу сейчас. И ходите по вере в Него. Во имя Его. Аминь. Слава Богу! Благослови вас Господь!